Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание современным приметам, которые всегда и везде сбываются. Что самое удивительное, они сбываются в тот момент, когда мы больше всего этого не ожидаем. Что это за такие современные приметы и почему именно они сбываются, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Вы знаете, список народных примет постоянно пополняется, и существует целый список современных примет, которые вот всегда точно сбываются. Хотим мы в это верить или нет, но это так. И, конечно же, в большинстве случаев эти народные приметы, они адаптированы под наши дни, старые приметы, но по сути они это не меняют. И народные приметы на счастье — это самые, наверное, распространенные приметы в мире. Довольно очевидно, ведь каждый ищет в знаках судьбы частичку добра, любви, гармонии и чего-то, конечно же, приятного и хорошего. И современные приметы, к сожалению, не всегда они позитивны, но на удивление, они всегда действенны. Конечно, вы спросите, почему все-таки народные приметы работают? Вы знаете, мир вокруг нас подчиняется законам биоэнергетики. А это говорит нам о том, что ничто не происходит так. Если человеку везет или ему не везет, это его заслуга или его недочет. С народными приметами происходит примерно то же самое. Когда нам говорят, что, например, голубь, который бьется в окно, это к беде, то большинство людей, к сожалению, настраивают себя соответствующим образом. Дело только в том, что как мы воспринимаем все вокруг. Со стопроцентной уверенностью народные приметы работают для людей с хорошей внушаемостью. И если вас трудно заставить думать именно так, как нужно другим людям, то приметы будут действовать не так, или, возможно, они вообще будут в противоположную сторону действовать. И таким образом работает и закон притяжения энергии и мысли. То, что мы с вами думаем, происходит с регулярностью. Конечно, есть современные приметы, которые не поддаются даже логическому объяснению, но работают как часы. И сюда можно отнести, например, закуренная сигарета, например, на остановке приведет к появлению автобуса. Неизвестно почему, но во многих ситуациях это действительно так. Когда автобус хочется подождать подольше, или вы стояли на остановке и решили, ну все, давайте я все-таки прикурю. И тут ни с того ни с сего появляется автобус, хотя вроде как и не должен быть. Итак, что же за современные приметы, которые всегда работают? Если оставить дома бардак, то ваше свидание пройдет максимально успешно, а горы немытой посуды, неубранная кровать и многое другое – все это привлечет человека именно в ваш дом. А вот если убраться и приготовить квартиру, например, к приходу гостей, то они, скорее всего, наоборот, не придут и найдут 100 тысяч причин для того, чтобы сказать о том, что они готовы зайти, но зайдут, скорее всего, в другой раз. И так происходит во всем, во что вы вкладываетесь по полной программе. Далее рассыпать сахар – это к добру и любви. Поэтому если вы состоите в отношениях или в браке, проблемы и неурядицы в скором времени разрешатся. А вот если вы в поисках, ждите приятного знакомства и романтического свидания. Чем больше сахара просыпалось, тем выше шансы на успех. Если вы случайно надели кофту или футболку задом наперед или наизнанку, причем уже успели выйти из дома, это сулит вам нечто приятное. Конечно, тут еще скажут, что разве так можно перепутать, вы знаете, это до сих пор можно заметить.
И, скорее всего, в скором времени у вас произойдет какая-то судьбоносная встреча или интересная перемена в жизни. Возможно, придет какая-то уникальная идея относительно увлечений, относительно вашего бизнеса или даже работы. В любом случае, вам должно крупно повести. Или вот следующая современная народная примета касательно вашего телефона. Если вы забыли зарядить телефон, а возможности это вне дома нет, то скорее всего, что все вас будут искать, особенно в тот момент, когда телефон окончательно у вас сядет и выключится. И если у вас было запланировано какое-то важное дело, оно может перенестись на другое время. Вот здесь работает 100% закон подлости. Или другая современная примета. Если вы долго не мыли машину, но потом вдруг решили это все же сделать, машина долго чистая она не будет. Вероятно, пойдет дождь. Или, например, еще какая-то как-то погода отразится, тут на 100% опять работает закон подлости, потому что появление дождя от ваших мыслей, ну, вроде бы никак здесь не зависит. Собираться в дальнюю дорогу лучше непосредственно перед выходом, и не за неделю, а вечером перед сном и утром. Если вы все соберете заранее, что-то все равно да забудется. Но бывает очень часто так, что внимание человека рассеивается, когда он успокаивается и расслабляется. Поэтому, если у вас есть командировка или вы летите на отдых, то мы вам рекомендуем уже заранее составить список того, что вам нужно, например, купить или отправить в свой багаж, чтобы действительно не забыть. Потому что иногда часто бывает так, что мы что-то забыли, и у нас отдых из-за этого может даже в какой-то степени не состояться в той комфортности, которой мы хотели это сделать. Когда вы идете домой или едете на автомобиле, то бывает так, что на каждом светофоре вам везет. И вы проезжаете или проходите на зеленый свет без ожидания. Наверное, у многих такое было. И знаете, если на пути домой все светофоры были зелеными, то стоит ожидать каких-то проблем, срыва планов, разочарований в личной жизни. Например, если вы очень хотите увидеться с любимым человеком или с друзьями и долго планировали это, то такая народная примета нам говорит о том, что планы, скорее всего, к сожалению, сорвутся. Но главное, друзья, чтобы ваши жизненные принципы, задачи не позволяли вам зависеть только от народных примет. Поэтому всегда старайтесь доверять своему сердцу, мудрости и советам близких людей. И это позволит минимизировать ущерб даже от самых негативных народных примет.